7 апреля вся планета отмечала День здоровья. А мечи не стали исключением и с удовольствием поддержали здоровую традицию массовой зарядкой, которая прошла в рамках акции «Я молодой». Организатором акции стали волонтеры Центра поддержки молодежных добровольческих инициатив. Больше часа у главного входа библиотеки имени Пушкина студенты учебных заведений, а также представители различных молодежных организаций под зажигательную музыку выполняли простые и полезные для здоровья движения. Была проведена в прошлом году в первый раз, собрала около 300 человек. Мы поняли, что нашей молодежи не все равно, то есть у нас инициативный регион готов поддерживать такие инициативы. И именно поэтому второй год подряд мы именно в день, Всемирный день здоровья проводим это мероприятие. В этом году акцию поддержало 395 неравнодушных. Всех собравшихся ожидала масса позитивных эмоций с веселыми танцами, интересная программа, приятные сюрпризы и, конечно, заряд бодрости и отличного настроения. Очень круто! Я не пожалела, что сюда пришла. Вообще парни молодцы. Очень весело, интересно и здорово смотреть на ребят, на уличных атлетов и так далее. Да, прекрасное активное мероприятие. Это очень весело и позитивно. Я считаю, нужно проводить такое чаще. В 2015 году Всемирный праздник День здоровья отметил уже 65-летие. Одной из его задач – привлекать как можно больше внимания мировой общественности к проблемам здоровья людей и всего человечества в целом. Организаторы массовой зарядки уверены, настрой и энергию, которую получили все участники во время акции, помогут молодым людям чаще и активнее заниматься физкультурой и, конечно, вести здоровый образ жизни.